Вы намонтируете, что я вот прям такая, это, стрёмная? Ну, а я стесняюсь. Вот рука моя здесь, нарушение, кстати, каких-то законов, нет? Еще чуть-чуть поближе, и будет нарушение. Едет с грамотой гонец. И приехал наконец, от качиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, а бобрать его велят. Ну, здесь усматривается состав преступления статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража группы лиц по предварительному сговору. Царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и царицу, и приплод тайно бросить бездну в вод. Так что тут криминал есть? Криминалище такое. Согласно статье 250 Уголовного кодекса Российской Федерации... У тебя там подсказка какая-то? Или куда ты там смотришь постоянно? Загрязнение вод наказывается штрафом до 80 тысяч рублей. Объявили царскую волю. Ей и сыну злую долю... Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку сыном посадили, засмолили, покатили. Гонец подделал документы царя, и он совершенно другую... донес до царицы совершенно другой приказ. И это является правонарушением. Ну, может, он просто так по приколу, ну, как бы, пошутить, там, посмеяться? Нет, это было сделано намеренно, потому что он жалился над царицей. Согласно Конституции Российской Федерации, 42-й статье, это засмолили, покатили. Каждый человек, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненным экологическим правонарушением. Да пьяна гонца поят, и в суму его пустую. Сует грамоту другую, и привез гонец хмельной. В тот же день приказ такой. Ну, грешат тут в этой... Вообще очень сильно. На мой взгляд, я думаю, что... Согласно кодексу об административных правонарушениях, здесь хочет нам Александр Сергеевич намекнуть на то, что есть нарушение. И это, конечно же, статья 12.8. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передача транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Так, у него транспортное средство ноги, получается? Ну, гонца паят, а не факт, может, он на лошади. Не сказано. Его же отправляют, не сказано на чем. Бояре? Потужив. А государи и царицы молодой в спальню к ней пришли толпой. Ну, это, конечно, неправильно, но... Как можно вообще, я считаю. О чем говорит Александр Сергеевич? Он хочет сказать о том, что здесь нарушается уголовное законодательство, статья 139, нарушение неприкосновенности жилища. Вот так вот.